Опа, всем здорово, рад приветствовать вас на канале Пивас ТВ, меня зовут Андрей. Продолжаем прохождение игры Zone Piercer. В прошлой серии мы немножко умерли, а теперь сейчас мы будем использовать гранатки. Давайте вот так вот на пятерочку возьмем. Сейчас к нам прибегут толпа зомбаков. Ну и давайте попробуем вот этого огненного все-таки завалить. Посмотрим, вообще умрет он с гранатой или нет. Перед началом ролика желаю всем приятного просмотра. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. А кто там к нам щемится? Кто к нам щемится? Откуда? Здесь мы вроде все позачищали, да? Вот этого нам надо завалить. И кто-то орёт. Блин. Такое ощущение, как будто вот этот, да? Так, вот сейчас надо гранатку использовать. Так, подожди, мы сейчас в полике вот так съедим аптечку. Все сразу щемиться начали. Ой-ой-ой-ой-ой! Да ладно! Так, ребят, ну не получилось с первого раза. Давайте перепройдем. В прошлый раз мы как-то проще его завалили. Давай револьвер тогда использовать. Давай попробуем револьвер. Да. Револьвер хорошо помогает. Блин, единственная дверь. Она открывается только в одну сторону. Блин, я думал в две стороны. Так, ждем, пока выломают. Можно, конечно, гранату вот сюда, на пятерку. Давай, робот, защищай меня.
А он пришел. На! Да ладно, ну! Блин, тяжело, тяжело. Надо, походу, выбираться после этого на улицу и с улицы их всех расстреливать. Вот, на улице у нас хотя бы будет место для маневра. Правильно? Правильно. Давайте попробуем так. Потому что, ну, это прям вообще... Они меня просто зажимают. В смысле, подожди, стой. Главное меню, да. Я не то загрузил. Давай вот это загрузить. Нет, не то. Подожди. Загрузить. Заправка. Нет, город. Давай вот это вот. Так. Он с трех патронов умирает. Так, все, выходим на улицу. Так, вот эту дамочку. Так, убегаем. Блин, а у меня сейчас бита сломается. Во, руку ему оторвали, все. Теперь он нам не страшен. Так. Все, бежим, 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 бежим. Давай пистолет. Да ты откуда взялся? Ой, всех созвали. Так, ребят, фонарик пора включать. Так, а чё у нас так темнеет? Мы весь день, походу, провели, да, в городе.
Так. Да, на улице все-таки половче. Так, быстро-быстро биту отремонтировать. Все. Блин, надо вот этого. Да блин! Всё. А чем он меня? Там здоровяк. Да блин, ну! Ребят, ну почти, почти, почти. Ладно, теперь мы поняли то, что надо выходить на улицу. Ну блин, у нас там ночь уже. Вот, поэтому как бы темнеет. Может тогда идти домой переночевать. Ну или сначала развалим всех. Блин, ну в этот раз очень хорошо получилось. Лучше, чем в прошлые разы. Берем револьвер. Перезаряжаем. А биту давай сразу мы ремонтируем. Вот так вот на улицу выбегаем. Так, нам главное вот этого завалить. Есть. Вон ту, вон дамочку тоже. Да что ты? Да иди ты! Так, мне вот это вот надо завалить, чтобы она меня не травила. Так, собрали весь город. Включаем фонарик. Так, сейчас давай отбежим. Болик быстрее использовать. Аптечку. Вот так вот отбегаем, потому что там... Да ты откуда взялся? Там он еще тоже щемится. Так, надо отбежать, водички попить. Так вот, про водичку пьем.
Так. Ну давай твою руку. Да еще один полицейский, да откуда у вас тут? Так, вот это вот использовать. Да, да ладно! Так, срочно, 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 лечить. Так, ну блин, вот это да. Вот это боссы, прям в самом начале серии такой экшоний. Фух. Так, ну что, пробуем еще раз. Почему-то я не пользуюсь гранатами, да? Давай мы сразу вот это вот отремонтируем. Я не знаю, если ему в бак. Давай, зомбаки горят. Вот эту дамочку тоже сразу валим. Да, есть. Все, остальных кромсаем битой. Да блин! Да ладно! Куда?
Так, срочно водички хлебнем. Пока он... Нате, скотина. Все. Этого убили. Так, ребят, предлагаю тогда... Быстро бежим отсюда. Кто это? Бежим отсюда. Кстати, аптечки. Так, если что, здесь мы не лутались. Подожди, а как мы не лутались здесь? Так, бежим, бежим, бежим на базу тогда. Нам по-любому на базу сейчас. А откуда мы тогда зашли? Тогда я не понял. Подожди, здесь мы тоже не были. Так, нам срочно нужно на базу. Давай вот это вот, на всякий случай, более удаляющее возьмем. Нам нужно переночевать. Нам нужно переночевать. Ладно, давай тогда что, лутаемся. Я думаю, мы все здесь залутали. Вон там еще, смотри, зомбаки. Вот, ну тут обычный. Так. Они опять что-то появляются, возрождаются? Непонятно. Или они со всего города сбежались? Здесь, да, мы здесь все лутали. Так, нам нужно тогда пройти. Блин, а как нам пройти? Или ночью они возрастают в количестве? О, ребят, я заблудился. Так, подожди, мы можем выйти вот здесь. Где-то там мы выходили. Вот. Вышли за пределы города. Вот эти, кстати, машины мы смотрели? Нет, не смотрели. Так, нам бы поесть, поесть. Давай вот это вот. Все, давайте переночуем. И опять заново. Пойдем в город. Да-да-да, вот он уже спать хочет. Опять ходячий куст, да ты задолбал. Ай.
Бежать. Блин, ходячий куст, блин, сильный. Так, все, нам на поезд надо переночевать. Либо нужно сделать спальник, чтобы ночевать можно было где-то за пределами поезда, да? Наверное, так и сделаем. Сделаем себе спальник. Блин, выносливости ему прям очень не хватает. Ну и здоровье. Кстати, спасибо, что подняли. А, ребят, пишите, кстати, в комментариях вообще, что нужно качать в первую очередь. Так, спать. 12 часов. Давайте. А то мы ночью шароебимся где-то. Так, ой, срочно воды надо попить. Так, давай посмотрим, что у нас по характеристикам. Еду давай съедим. Шоколадный батончик съедим. Давайте все съедим. Так, водичку выпьем. Кипсончиками зажуем. Так, последняя даже лишняя была. О, так, здесь у нас дерево. Дерево скидываем. Латунь. Латунь, кстати, вот сюда вот можно скидывать. Пластик. Пластик здесь. Ткань здесь. А, микросхемы. Микросхемы. Где у нас микросхемы? Микросхемы сюда. Так, винтовочные патроны еще, кстати. А, энергетики. Чипсоны. Воду. Ну, я думаю, воду мы найдем еще. Так, сюда. Так, давайте сохранимся. Город сохранить. И все, и пошли дальше. Это у нас была очень удачная попытка. Фонарик выключаем. А, знаете что? Давайте болик. Давайте вот так вот аптечку. Давайте еще один болик и еще одну аптечку. Так, у нас там еще остался один еще пожарный. Вот, и где-то еще здоровяк ходит. А где наш робот? Ага, вон, где-то там. За нами топает.
Интересно, а если я робота оставлю вот здесь, вот не это, не заберу его, он за мной побежит? Ну, то есть, если я на поезде поеду, а его не подниму. Так, здесь мы, значит, лутались. А, я думал, тупик. А вот, кстати, и бочка есть. Давай, иди отсюда. Так, мы, кстати, там еще не залутали до конца. Аккумулятор, кстати. Ну, а что не открывается? Кнопка горит, а открыться не открывается. Вот и водичка, пожалуйста. Да, через текстуру, походу, не может. Ну ладно. Поднялся. Здорово. Опять меня робот подпер. Так, латунь. Так, дерево, дерево разбираем. Ага. Слишком много места. Я понял. Так, давай. Сюда. Давай сразу тебе. Не та кнопка. Прям на тебе сразу башку снес. Здесь как бы уже траванулся, там неизбежно было. Ничего, сейчас зачистим город. О, так, пуля удаляющая, давай. Да ты откуда взялся? Так, сейчас все сбегутся, да? Так, а пиндики используем. Аж три полицейских. Два полицейских, два бегуна. Так. Мне еще одно надо, более утоляющее. Срочно. Давай еще один винтик. Вот так вот. Так разбегаем. Вот.
Так, можно обычным пистолетиком вот так вот. А, ты чё, серьезно? Так, ну а этих тогда в биты завалю сейчас. Фух! Там еще один полицай. Ну давай, иди сюда. Задолбал. Ого. А тут у нас что, полицейский участок? Так, латунь. Латунь нам надо. Блин, ну робот, ну иди. Так, тут двери нету. Металлолом забираем. Так, там еще один, да? Да блин! Ну, кстати, не такой уж и... Мне что-то раньше он казался прям сложнее гораздо. О, здорово. Ай, ты откуда взялся? Не то, не то, не то, не то. Так, еще один аккумулятор. Аккумуляторы нам для чего-то нужны были. Да ты откуда? Так. Давай, что, поскидываем? Вот так. Хотя битый.
Так, а почему я сюда не могу зайти? Вход с другой стороны, да? Ну вот это очень похоже на полицейский участок. Здесь пусто. Так, как сюда зайти? Как-то вот здесь, да? Да. Меня опять этот поджал. Так, нам срочно нужно исцелиться. Давай два. Давай бинтики. Давай еще раз бинтики. И еще раз бинтики. Так, и еще раз давай, на всякий случай. И вот тут можно сохранить тогда. Так, город. Сохранить. Вернуться. Так, погнали. Такая тупенькая, да. Так, здесь у нас что? Ай, бита сломалась. Так, бита, бита, бита. Давай сразу ремонтируем. Так, микросхемка есть. Это хорошо, это радует. О, дерево. Забираем. Ой, тут дерево прям, смотри. И дерево, и ткань. Так, я сейчас походу робота забью прям полностью. Так, пора для робота уже третью сумку делать, да? О, так, отлично. У нас место закончилось. 62 килограмма. Блин, ну, кстати, да. Почти робота забили. Так, все, смотрим дальше и бежим. Что у нас здесь? Ой-ой-ой-ой-ой, здесь прям... Микросхемы, микросхемы.
все, роботу перегружаем. 69 килограмм. Да, микросхем прям много дает. И дерева много. Так, ну мы лутаемся прям по полной. Нам все нужно. Мы сейчас еще поезд будем отстраивать. Поэтому забираем абсолютно все. Так, что там с лифтом? Лифт не работает, да? Погнали дальше. А, здесь огненный спит. Ты чё, в тюряшке сидишь? Так, а чё у вас так пусто? Так, микросхемки, это хорошо. Давай сразу молоток. Разбираем. Забираем все дерево. По пути лутаем микросхемы. Ой, ну. Так, давай, мы тебя опередим. Еще кто-то щемится, да? А, вот. Ну ничего, ничего, давай. У тебя еще там две двери. Мы пока тут пособираем дерево. Так, ну ладно. Так, все перекидываем. Ага, все, робот переполнился. Так, ну давай, тут собираем все. Там быстро так бежит. Так, срочно. Вот это. И давай аптечку используем. Так, робот, уйди, пожалуйста.
Так. В принципе, все. Мы тут залутали. Что у нас? 40 килограмм уже. Я так понимаю, надо идти на базу. Здесь пусто. Здесь тоже пусто. Так, здесь мы на втором этаже закончили. И у нас еще левая сторона. Там мы тоже, получается, не долутались. Здесь мы прошерстили два этажа. Итого по весу у нас 45 килограмм. 15 килограмм у нас есть еще. Что делать будем? Пойдем на третий этаж. Да блин, попади. А ты откуда взялся? Да ладно! Так, срочно аптеку. Откуда, ну? Да ладно! Так, аптеку используем. Не экономим. Ух! Так, ладно, мы сначала вот эту комнату залутаем. Подожди, а почему я не могу? Ну ладно, сейчас откроет. Да, блин, ты откуда взялся? Так, ребят, нам надо бы как бы... Нам надо вернуться. Опа! Коллиматорный прицел. Вот это да. Так, а вот это кто-то здоровый, что ли, бежит или что? Так, давай сохранимся на всякий случай. Город сохранить или записать.
Так, коллиматорный прицел мы с вами нашли. Что здесь? О, помповый дробовик. То, что надо. Вот это нам надо. А ну-ка. Так, здесь стулья прям. И здесь выход на следующий этаж. Блин, ребят, ну я рад, что мы зашли. А кто там у нас щемится? Давайте мы с вами узнаем уже в следующей серии. Если вам понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал, пиши комментарий. Ну а на сегодня у меня все. Всем до скорых встреч, всем пока-пока.